Всем привет! В этом обращении я бы в первую очередь хотела поблагодарить вас за поддержку и помощь. Этой выставки бы не было, если бы не такие потрясающие люди, как Лида, которая сказала, что это возможно, и взяла на себя роль двигателя этой организационной машины. Катя Марголис, которая была моим советчиком и основным организатором. Те, кто поверил в меня и спонсировал покупку новой камеры. Так многие откликнулись, когда я сказала, что мне нужны модели и реквизит. Они меня даже не знали, но были готовы безвозмездно отдавать свои вещи. Сами приезжали, помогали в создании образов. Все это время, что я готовилась к выставке, было очень тяжело. У меня были сильные боли. Я фактически успевала только снимать и обрабатывать фотографии, а все остальное время спала, восстанавливалась, в перерывах придумывала новые образы и вела переговоры с организаторами и помощниками. Но это действительно того стоило. Лень, когда нет хорошей цели. У меня бывали моменты, когда я хотела просто все бросить и лечь отдохнуть, но я вспоминала, ради чего я это делаю, и это было важнее, чем комфорт. Зато сейчас я могу просто быть счастливой, осознавая, что добилась своего. Мне очень хочется поделиться с вами тем, что я поняла за время болезни. Человек способен на совершенно невероятные вещи, если верит в свою мечту. Нужно просто начать идти. Возможности, единомышленники, все появится, помощь придет. Я думаю, такое может случиться с каждым, не только со мной. Когда я фотографирую, боль уменьшается. Я забываю о том, что не могу ни ходить, ни сидеть, быстро устаю, а чувствую заряд энергии. Любимое дело питает, наполняет жизнь смыслом. Не надо искать справедливости в том, что выпадает на нашу долю. Нам неведомо провидение. Справедливость вообще понятие, придуманное человеком. А Вселенная действует по своим законам, которые нам трудно понять, потому что это просто другой уровень сознания. Мудрость для меня — принять с любовью и благодарностью все, что происходит, и найти в себе силы, не искать несправедливость в этом и не злиться. Анализируя все, что произошло, я понимаю, что опыт и знания, которые я получила, возможно, превышают ценность этой жизни. Не с точки зрения этого тела, а вообще, подумайте, мы живем не один раз, и с каждым воплощением есть шанс стать чуть ближе к Богу. Поэтому просто используйте свои возможности по максимуму. Действуйте, полагаясь на любовь, будьте этичны и будьте счастливы. Это лучшее, что мы с вами можем сделать. Конец связи.